Более 50 продовольственных наборов передали волонтеры жителям социального дома номер один для одиноких и престарелых граждан. Раздача продуктов прошла во время всероссийской акции «Тележка добра», реализуемой в рамках акции «Мы вместе». Представители предпринимательского сообщества активно подключились к реализации этой акции. На сегодняшний день на территории города Биробиджана более 30 торговых точек принимают в ней участие в лице таких торговых сетей, как «Идеал», «Корзинка», супермаркеты «Пенсионер» и «Шан». И в этом смысле торговый дом «Бридер» пошел несколько дальше. Они вышли с инициативой, собрали более 50 продуктовых наборов, и сегодня мы их передали жителям социального дома. Жители соцдома относятся к группе риска, выходить из здания им не рекомендуется. Поэтому продуктовые наборы в нынешней обстановке оказались как нельзя кстати. Мы 40 дней уже сидим, второй раз нам приносят. Ну и так нас хорошо обслуживают, так что мы... Не тужим. Посидим еще маленько. Переживем все. Все пережили. И это переживем. Напомним, во всех магазинах, которые участвуют в акции, расположены специально помеченные тележки и корзинки. Таким образом, каждый может оказать помощь нуждающимся гражданам. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21.